Сотрудникам ГИБДД на минувшей неделе пришло сообщение из клинической больницы номер 50. Медики рассказали, что к ним обратилась пассажирка такси, которая попала в ДТП на перекрестке напротив дома номер 16 по улице Академика Харитона. Водитель 93-го года рождения, управляет машиной Kia Optima, при повороте налево не занял крайнего левого положения на проезжей части, в результате чего при выполнении маневра поворот налево совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта». В результате ДТП, вот эта вот как раз гражданка, она была пассажиркой автомашины «Лада Гранта», получила телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки и после осмотра врачом была отпущена домой. На улице Силкина дежурный патруль заметил машину, которая петляла по дороге. Правоохранители решили остановить водителя и убедиться, что он трезвый. Саровчанин увидел постовую машину с включенными проблесковыми маячками, испугался и попытался скрыться. На скорости молодой человек хотел преодолеть поворот на улице Александровича, но не справился с управлением и сбил знак пешеходного перехода и дерево. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. Мужчина был в сильном алкогольном опьянении. С 10 февраля вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, согласно которому справку о наличии или отсутствии судимости теперь нельзя будет получить в районных органах МВД. Граждане могут обратиться с заявлением лично, либо через своего полномочного представителя в многофункциональный центр по месту жительства, либо в информационный центр Главного управления МВД России по Нижегородской области по адресу город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 71. Кроме того, заявители могут обратиться с заявлением в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг. Полицейские призывают саровчан внимательнее относиться к операциям с картами через банкоматы. На прошлой неделе женщина пришла в торговый центр, чтобы положить 10 тысяч рублей на счет, но не выполнила все необходимые действия и ушла. Когда потерпевшая вернулась, денег в терминале уже не было. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».